Итак, вот я дошел до третьего озера, наконец-то. Вот у меня даже ник My Dream is Mirror's Lake. То есть вот мечта сбылась. Дошел до третьего озера, чисто выполнил вот этот квест. Освободил душу. Что-то урона них, вот вроде живучесть есть, 3192 хп. Ну какая, ну вот я еще живучесть подкачаю, да? А вот урона что-то маловато совсем. 3500, но это без бафов, без всех в городе. Я короче лабы еще не делал, вот первый лабиринт сейчас выполню, попытаюсь по крайней мере. Так, я короче сейчас что тогда такой думал, пройду-ка лабиринт, потом оп, смотрю, это же хардкор SSF, а у меня лабиринт открыт только на хардкоре обычном, на обычном легасе, да. Так что сейчас тогда просто покажу открытие лабиринта тогда. Раз уж ОБС-то включил. Просто покажу открытие лабиринта, как бы. Блять. Хороший у меня реген, тем более с големом. Это первая сложность. И мне даже фласки не надо использовать. Как пудж с Тараской. Ладно, гоу дальше. Это, короче, там же, где Вера, это только в другом направлении. Надо бежать. Блять, сам себя закрыл. Терпеть не могу от пилы вонючей. Какого хрена я сам себя запираю? Удобно еще, если пламенный рывок есть, вот с пламенным рывком перепрыгивать эти пилы. Так вроде как-то даже поудобнее. Так, это в склепе получается. Локация склеп. Тоже второй акт. Вот тоже вот я не терпеть не могу вот эти вещи, которые рубят, пилят, по-моему, вот самые опасные. Все, что связано с пилами, короче. Так. Вот эти пилы, они наносят урон, насколько я знаю. То есть симметрично количеству хп, да? То есть не имеет значения 10к хп или 6. То есть все равно в процентном соотношении будет дамажиться. Это испытание восхождения в склепе. Опять вот эти вот рубящие хуйни. Если бы я еще точно помнил. Это, о, вот очень удобно получается. Если бы я еще точно помнил, где и как раскрываются они. Я как бы в общих, так сказать, чертах помню, но не точно. Отлично. Так, последний это, собственно говоря, я бы сказал, что это, наверное, самое легкое. Тут просто вот эти вот ловушки замедляющие, в принципе, и все. Так, надо посмотреть, вроде все. Вот это точно последнее в крематории. Я что-то, я такой думаю, что-то забыл. Вот это забыл в крематории выполнить. Ой, черт. Ну это легко на самом деле. Вот это самое простое с огнем, вот хреновое с пилами. С огнем, в принципе, тут проблем нет. Не, огонь все-таки прожигает.
Вот это точно все. Все, теперь можно идти в лабиринт. Изи. На самом деле, по-моему, так и надо лабу проходить, чтобы просто пойти и ваншотнуть этого челика. Два ключа. Нормально. Хорошая лава была. О, неплохо. Ой, ох. Ну, в принципе, мне нравится. Обычно... Просто обычно там еще золотой ключ искать надо для золотой двери, а тут, ну, ничего такого не было. То есть хорошая такая быстрая лапа получилась. Два уника. Уники я люблю. Что тут, перчатки? Ну, перчатки. Не знаю, долго я с ними ходить буду или нет. Сотворяет слово зимы. Конечно, зачарование в первой лабе, оно хреновое. Тотемщик, да? Кем там надо? Вождем играть, по идее. Ладно, сейчас буду думать. Короче, вот как-то так. Как-то так. 40% брони у меня. Ну, у меня плюс аура решимости на броню. Два тотема, вот 4,5 к урона. Они же бафают друг друга. Как-то так. 62 уровень.